кинотеатр «Родина». Я же Кинолендом уже замучился этот дом называть, мне не нравится. Я сейчас съемочку произведу обратного пути, но другим маршрутом. Вот сквер я вот буквально заснял только что. На предыдущем ролике, тот, который сделали напротив «Родины». Вот, а справа от «Родины», вот, вот там находится Киевский сквер. Его сделали в прошлом году. А вот этот, вот в этом, только вот вчера только забор убрали строительный. Вот, а я пойду сейчас немножко по Киевской пройду. Вот. А там сверну на Великолукскую. Пройду по ней и через Восточный переулок вернусь обратно. Вот, это немножко будет уже другие места. Вот, и частично Восточный переулок я снимал вчера, а точнее весь я его снял, полностью он маленький. Но он был в таком в тающем снегу, залитый грязным снегом, некрасивый. Сейчас он пока еще не стал красивым очень сильно, но снега грязного стало меньше. Поскольку температура сегодня плюс 5. Вот, здесь вот вчера все было почти непролазно, ну, с точки зрения грязи. Люди ходили, вот, но было намного больше снега не растаявшего. Вот, ну и коммунальные службы у нас там не смогли отработать, потому что, собственно, видимо, были не готовы. Как в техническом отношении, там писали, что да, будут срочно закупать технику снегоуборочную. Вот, для Калининграда это несколько лет уже не очень актуально, скажем так, это понятно. Я тут не набрасываюсь на этих жилищников там с воплями, что вот вы куда глядели. Вот. Ну, что-то там они начали суетиться. Вот. Вот храм Рождества Богородицы. Сейчас я сворачиваю вправо. Вот это улица Великолукская. Вот тут домик. Симпатичный домик, розовенький такой. Там даже какая лепнина какая-то есть. Вот, а это в этом домике парикмахерская. И вот этот вот красный бук. Так, ну у меня уровень батарейки тоже показывает, что невысокий. Так что наверняка у меня видео может прерваться. Ну что же делать, у меня больше с собой батареек нет. О, сейчас так, на большой поход я не собирался. Пока вынужден такие небольшие вылазки делать. К сожалению, не могу дальше и больше. Ну, пока. Вот, поэтому ограничиваюсь таким достаточно монотонными роликами по поводу того, какая у нас тут погода. Ну, какие у нас тут, как много ли у нас тут снега и вообще хорошо ли мы тут живем. Вот, ну пока живем хорошо, скажем так. Вот, вот два дома. И вот брусчатка достаточно неплохая. Улица Великолукская, она соединяет Киевскую и Тихорецкую улицу. Их две. Вот Великолукская и Восточная, такие мощеные старым этим самым старым булыжником, ну немецкий еще. Тут, видимо, это все-таки ее перебирали. Вот, ну, перебирали, скажем так, среднее. Больше плохо перебирают немецкие эти самые мостовые, и они потом, ну вот, можно посмотреть, яма какая. Наверное, там какая-нибудь коммуникация там проходила, там копали. Вот, в итоге, ну да, там же вот люк стоит.